для Кубка у нас добавилось трое молодых игроков. Вот, они сегодня нам помогли, добавили энергии, добавили голов, как вы видели, да, несколько хороших мячей забили. Вот, а в целом Новокубск всегда жестко играет, всегда активно играет, поэтому, да, действительно, было сегодня в какие-то моменты провально, в какие-то моменты достаточно реабилитировались. Главное, выиграли.